Всем привет, это Acid Cat. Сейчас я вам покажу, как светят штатные противотуманные фары Тигуана в кромешной темноте с обычными лампами 55 ватт. Вот сейчас проедемся, посмотрим. Честно скажу, что мне кажется, хотя нет, котик не врет, котик нормально показывает. Вот что значит обычный теплый ламповый свет. Он более четко передается на матрицу фото-видео устройств и более, так сказать, информативно отображает освещаемую площадь и показывает ее правдоподобные границы. То есть что мы сейчас видим на котике, в принципе, все то же самое я ровным счетом вижу и вживую без каких-то либо усилителей, очков, тому подобных вещей. Вот. Ну, сейчас мы едем еще, грубо говоря, на свет. Вот, заросли тут всякие разные. Сейчас мы развернемся и обратно поедем уже от светящихся фонарей вот этой вот стоянки. И тогда уже будет более наглядно видно, что как работает этот свет. Здесь развернемся. Главное тут в глине не притопнуть. Пока что так. Сейчас мы становимся на дорожку и едем уже в сторону от вот этого вот освещения. Ну, конечно, немножко будет фонить слева, но не так сильно, как уехали сюда. Вот. Забыл, какой это лампочки или HB7, по-моему, или HB4. Точно не помню. Не держу эту информацию в башке, так как она не является необходимой, нужной. Снимаешь лампочку и смотришь, какой цоколь. Или в справочнике запчастей можно спокойно посмотреть ее параметры. Ну вот как-то так вот в темноте работают штатные, заляпанные, прошу заметить, заляпанные грязью галогенки 55-ваттные. Вот. Можно потихонечку ехать и никого не беспокоить. И, в принципе, все достаточно сносно видно на расстоянии 10 метров. Конечно, вот все видно, кроме резкости на этом гребаном фотоаппарате, блин. Сейчас он в себя придет. Вот, резкость навел. И пусть там сконцентрируется. Сейчас для сравнения врубим ксен. Он поймает шарп. И мы вырубим ксен. О, шарп пойман. Все, вырубили ксен. Едем дальше. Вот глинище всякое разное. Ну вот, собственно, это и была тема нашего сегодняшнего короткого вебинара. Спасибо за внимание. Увидимся на канале. С вами был Acid Cat. Пока. И как всегда, забыл добавить то, что автомобилю 7 лет, туманки
купались неоднократно в лужах. Отражатели там все потускнели наполовину, выцвели, потрескались, поросли пылью. А в одной из фар лопнула лампочка. Я с ней проездил полгода. И потом тупо вымывали ее оттуда быстрым очистителем Liqui Moly и выдували остатки воздухом. Вот теперь все.